Сегодня мы приняли решение повысить ключевую ставку до 8,5% годовых. За последние месяцы произошли важные изменения в экономике. Первое – завершение восстановительной фазы экономического роста, активизация потребительского спроса и обострение дефицита рабочей силы. Второе – ускорение текущих темпов инфляции, в том числе в ее устойчивых компонентах. Третье – ослабление рубля. Четвертое – повышение инфляционных ожиданий. Это потребовало начать ужесточение денежно-кредитной политики. Она направлена на возвращение инфляции к 4% в следующем году.